В этом видео я хочу вам рассказать способ, который очень эффективно помогает и, главное, быстро снизить давление. Для этого понадобится натуральный уксус, яблочный, винный и так далее, тому подобное, которым нужно намочить полотенце, либо салфетку и положить под пятку на 10-20 минут. Ну и, конечно, не забудьте измерить давление до и после. Давление должно быть не просто уменьшено, а уменьшится на 30-40 единиц, тем самым облегчая состояние. Такую процедуру можно делать 1-2 раза в день, как для быстрого снижения высокого давления, так и для профилактики. Но всегда помните, что есть противопоказания, поэтому перед использованием сначала нужно проконсультироваться с врачом. А на этом все. Будьте здоровы и до новых видео. Пока!